Привет всем! Речь пойдет, как покупать голоса ВКонтакте. Вот у меня было 3, я там кому-то передал и так далее. Нажимаете получить, можете, конечно, бесплатно, но сейчас бесплатно голосов нет. Только покупать, да? Можете вбить в интернете накрутка голосов в ВКонтакте. Примерно так, да? Вам тут выйдут тысячи программ, которые как бы типа накручивают голоса ВКонтакте. Ну, это как сказать, очередной лохотрон. И не знаю, хотите, попробуйте. Я вам предлагаю, кому надо голоса ВКонтакте, предлагаю вот реальную вещь на SEO Sprint. Я вот тут зарегистрировался недавно. Можете вот посмотреть мои личные, да, моя стена. Вроде бы. Да, вот я зарегистрировался 07, сегодня 08. Вот на моем счету 35 рублей. Выведено 20 рублей. Всего я заработал 56 рублей. Если я не ошибаюсь, там один голос около 10 рублей стоит. Вот вы можете за счет своего сприна, можно делать серфинг сайтов, но его нет, я уже сделал чтение писем, тоже сделал. Но самое выгодное — это выполнение заданий. То есть, смотрите, я статистика. Вот сегодня проверили 124 задания, и у меня еще на проверке 75 заданий. То есть еще, я не знаю, там до рублей 50-60, и спокойно можно покупать голоса. Как делать задание, есть на моем канале. Вы заходите, есть, ссылка будет под видео на регистрацию. Я в приветствии кину ссылку, как работать с заданием. Все, спасибо за внимание, зарабатывайте.